Он всего лишь хотел подвести людей, оказался втянут в неприятную историю. В поселке Дрожжино двое мужчин напали на молодого человека и отобрали у него внушительную сумму денег. Уроженцы ближнего зарубежья попросили случайного водителя довести их до города Видное. В пути они начали угрожать ему пистолетом, чтобы тот отдал им свои деньги. Молодой человек не мог сопротивляться, достал 320 тысяч рублей и отдал их преступникам. В придачу они прихватили еще и два мобильных телефона, но на этом разбойники не остановились. И меня еще угрожали после этого. И отвезли в сторону Видного, где меня стреляли. Там потом стреляли. Все сумму, все телефоны, все забрали, уехали. Угу. То есть потом они вас, когда вы доехали до города, они произвели в вас выстрел. А в какую область они произвели выстрел? Видно. В область, куда они вам выстрелили? А, вот здесь застрелили. Угу. Забрали денежные средства, мобильные телефоны и скрылись. Да. Молодой человек заявил о преступлении в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Ленинскому городскому округу подозреваемые были задержаны. В операции приняли участие сотрудники СОБР и Росгвардии. Живо! Полиция открывает! Сейчас задержанные находятся под стражей. За что вы задержаны сотрудниками полиции? За вымогательство. Вы ранее судимы? Нет. Первый раз. Вину свою признаете? Частично. А второй фигурант дела и вовсе вину отрицает. Вы предполагаете, за что вас могут задержать сотрудники полиции? Mm-hmm. Никаких противоправных действий на территории Ленинского городского округа вы не совершали? Нет. Потерпевшему предстоит долгий период восстановления здоровья, а преступники теперь не скоро смогут свободно передвигаться по городу.